Раритетные французские часы XIX века, стоявшие когда-то во владениях именитого герцога, редкие фарфоровые статуэтки, эксклюзивные монеты, не просто старинные безделушки, а главная гордость владельца антикварного магазина. Антиквариатом считается вещь, которая была выпущена, отчеканена, вылита 50 лет назад. Это установлено международными стандартами, законом Российской Федерации. От бронзовых мифических божеств до ритуальных африканских масок ручной работы, привезенных бравым капитаном из заморских стран. Все это можно найти на полках антикварного магазина. Чтоб горели они голубыми огнями подводными. Мне на гордость, всем на удивление. Эта царевна просила венец для украшения светлых кос. Ну а современной девушке нужны удобные вещи, которые не займут много места в сумке. Пудреница для женщин совсем малюсенькая, крохотная, очень компактная и удобная. Потому что, например, моя пудреница, ну она в разы больше и круглая. Редкие книги из частных коллекций оценят только самые искушенные собиратели древностей. В мини-библиотеке есть толковый словарь 19 века на немецком языке, стандарты изучения арабской литературы и Фауст в переводе на испанский. Экземплярам более 100 лет, и все в отличном состоянии. Но поразить могут не только они. Это уникальные часы 1939 года, которые принадлежали одному из офицеров Третьего рейха. Еще совсем недавно они украшали один из офисов города Симферополя, но судьба оказалась к ним благосклонна, и теперь они являются частью уникальной коллекции. Несмотря на свой возраст, они все еще бьют. Отличительной чертой подлинника является особая метка, которую оставлял мастер или завод-производитель. Немецкое клеймо Мейсона, оригинальное. Существует каталог клейм. Почему? Потому что насколько я понимаю, Мейсон уже не одну сотню лет выпускает это все. Вот эта вещь, она 19 века. Коллекция марок, старинных икон и столовой утвари – то, от чего точно не сможет оторвать взгляд не только заядлый коллекционер, но и любитель чего-то необычного и диковинного. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня.